Сегодня центр Красноярска встал в огромные пробки. Так сказалось перекрытие улицы Ленина от Парижской коммуны до Винбаума на ремонт. Участок закрыли сегодня, а водители вынуждены объезжать его по соседним улицам. Справедливости ради отметим, об этом буквально вчера предупреждали дорожники. Но, видимо, поговорка «предупрежден, значит вооружен» в этот раз не сработала. Заторов миновать не удалось. Напоминаем автолюбителям, что данное перекрытие продлится до 5 августа. Так что советуем корректировать свой маршрут. А теперь к другим новостям.